Вот такой вопрос. В чем причина кризиса среднего возраста? Средний возраст это, ну, 33 года, условно говоря, там плюс-минус туда-сюда еще. Хотя скорее плюс, больше к 40 уже средний возраст. А кризис-то именно в том, что вот когда человек, он идет не той тропой жизни, к 30 годам мужчина уже должен состояться. Он уже должен состояться. Он уже должен обрести силу внутреннюю, принять ответственность за семью, проявить свою роль в обществе. А если всего этого нет, то будет кризис. А мужчина прежде всего проверяем как бы на предмет как бы достижений, что ли. Мужчина свою жизнь измеряет успехом, достижениями. Но достижения не могут быть внешние. Они должны подтверждаться вот этим внутренним чувством, нравственным, что ты правильно живешь, что ты исполняешь свое предназначение в этом мире. А если человек живет безнравственно, ешь, пей, наслаждайся, знаете, к 30 годам будет очень серьезная проверка, кто ты. Многие спиваются из-за этого. Потому что внутреннее чувство, я бесполезно проживаю жизнь, да, я могу себя сколько угодно убеждать, у меня и вот это есть, и вот это, и вот это, но интуицию ты не обманешь. Интуиция, это же Вселенная с нами говорит, Бог. А там чувство, что ты не то делаешь. Поэтому кризис. Вот кризис причина в этом. В каких-то ошибках, в собственной судьбе, в выборах каких-то принципиальных. Мужчина, смотрите, два слова добавлю. Мужчина воин. Он должен был готов подняться и защищать страну, нацию. Вот. Многие ли мужчины сейчас способны на это? Вот это все проверка, она и будет. Ради чего ты живешь? Есть ли у тебя это настоящая, чистая нравственная основа? Или просто ты свою энергию транжиришь как бы в этом мире? Проверка в этом.